Грилирую. Спрашиваешь, что она там делает? Фибрилирует. Вибриллятором. Вы синоним мастурбирования, да? Играет с вибратором. Бля, дайте тоже лайк этот острый лакомство кто-нибудь. А я ниндзя. Неразумное решение. Я пока не могу прочитать этот сигнал. Надо подождать. Еще не готов. Я только попробую на вкус. Как вам такое? Читер. Бля, как лок получил. Это как 141 тысяча, а? Где наш лог, блядь? Я пока не могу прочитать это сами. Я везу куса, блядь. Мараксус. Поставь на меня метку. Донор, гол уши по укушу. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Как вам такое? Я пока не могу прочитать это заклинание. Страдайте же! Нет. Он умели мелики выпустить. Мараксуса. Пустите Рамзеса. Мараксуса кусаю. И меня. Пока не копию, смотри, кусай. Ah.
Угасающий свет. Одного хоть можно. Я отойду, чаёк сделать. А почему мобильный выиграл? Ты же вроде говорил одну печеньку можно. А, он на него роль. Ты же мобильному отдал. Смотри, все равно же гильдия с ролилом. Нет, ты же с ролем. Дальше по ролу, по ЕПГП. Да я не расстроен, и так чуть ли не вагон. Почему не чуть ли, хотя так и Финкельштейну пустить меня на опыты. Резко-то было сегодня? Че, в обычку сегодня ходили? РДД тяжко падала? Отлично. А вот если бы ты пришел, упал бы. Да мне некогда было. Дела. Ты бы пришел бы, конечно. Thank you.
У нас сова офнулась. Не, не офнулась, заходит. А. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда. И слушайте... Я отвлечу ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плеть. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Шама, ни у кого нет случайно грифа на волну исцеления с собой? Войт, ты не против, если я в огре быстро слетаю и возьму себе? Мне уже ты хочешь. У меня этот символ всегда стоит. Да я что-то на этот, на тотем поставил. Я тут сейчас заметил, что он только по группе, а не по рейду. Здесь пыль. Да, на тотем мне очень ничего нахуй нужен. Да не знаю, я здесь не читался, глупо ходить. Че, у меня стоит, я не помню, цепухи, полное исцеление, и третий, у тебя какой третий глиф? Щит. Да, и щит земли, и щиты земли. Без тотема. Сейчас я уже был в зоне. Да. Все, я тоже бегу. О, Грандос, сейчас я тоже дам. Секунду. Да вот, побегаю уже. Сейчас ману я допью. Я? Вы что, гоните? Ну ладно. Герои, вы должны мне помочь. Ну такое. Ты просто объявляй, где собираетесь. И потому морды у хвоста заранее. Ну, морды сейчас.
у морды. Хотя должны. Силы возвращаются ко мне. Герои, удобрение как. Зачем Эрдруг вот хилит Вальку, когда с портала бегает? Мы становляем по крокодильской природе. Че, Ретрик? Так он же забрал вещи, которые не нужны ему были. В смысле, никому. Не, я на танке вроде. Так ее же никто не ролил, бля. Шею следи. Там двое ролили шею. Где ты ролил и Вар тоже. И отдали. Это на оф или на мейн? У меня такие же просто собачки, но я за ним. Не так, если никому не нужны, я заберу. А так не особо нужно. Нет, не совсем бессмысленно. О, трешак дракончиков заберите, ребят. На офисе что? Лючо ролик. О, пал. Красавчик. А чего он пал ведь строил нов? А, ясно. Сорян, прострел, я петлю на мейн заберу, если можно. Баш, получится так? Еще раз. Нокдаун хочет шею на мейн взять. Кто? ДК, нокдаун, да? Спасибо. Не могу обмен откидывает. Откидывает, да. Наверное, потому что бой. Хоть я тоже отойду, окей, я писал еще перед Валькой.
АФК 2 минуты. У меня спины нет, я еще в Делоран смотаюсь. Бедный Войт. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордсхолла унесут ваши души. Суманите, пожалуйста. Сон. Понял, а что меня выкинуло в Долоран? Поставьте маму.
Ресницы там. Война. Фласки пейте. Фрасшмот не забыл. Фрашмат один, нет? Сейчас, сейчас. Запустили. Щелкните пока что. О. Она встала. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Шрепещите, смерть! Форма кота! Форма кота! Теперь бессильно!
Там был походный облик. Так, все прожимки сейчас отдал, потому что у меня отпустили по хп. Не бейте, блядь, под стаками нахуй. Уходите! Клаймон. Не выбегайте. Чё упало? Клык? Стоим. Наконец-то, блять, лаз шмотка все-таки. Да, давай вот мне, я, короче, там ГП, не ГП, и все, на бис трубы. ТЦ. А ты на кого ролишь-то? На сову или на ардру, блядь? На сову, а на ардру кому что нужно? Так я не знаю, может, нужно кому-то? Ну тут чужое счастье платит. Пиздец, блядь, только защитники одни ебаные падают, сука.
Токены всегда за фу. Вот, помнишь, как-то эти токены отдавали? За сколько там ГП раньше отдавали их? Ну за. О, за 738, бля. Пиздец. Ну и мало кто их брал из-за этого. И они оставались в боссах. Бой скоро лока качну. Войд, давай все крышки застанем. Холи пал. Да. Сокожение подрезать. Кожуваром сухожилие подрезать. Просто шипы бы назначилось. А чё, почему показывают 48 из 50 попыток? Мы же вроде не падали нигде. Я всех буду бить. Хаба второго шаркающего дисплея по копированию сдохнет. Доп ЕП сколько? 2500, да? Мы даруем тебе быструю смерть, Орнос. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. А обычно 2500 не читают, да? Макдаун, знаешь, надо разворачивать босс? С этой стороны танчик. Он прыгает, скачет. К нам спиной.
Мирики. Ловушка, не ловушка. Я проморожу вас насквозь, и вы разлетитесь на ледяные осколки. Как? Мобильный хил, ты стоишь под мордой, дух. Да я собью. Сто, к сожалению, но где-то 85. Вот акрон, правда, только. Под ебло залез. Не, он агрессировал. Кружок схватили. Да. Три гуля. Амзес. Да, херня, Ретри. Боже, боже. Спасибо за ДПП, блядь, Ретрик. Откидывает, короче. Шаман стоял в луже. Кто? Шаман точно стоял в луже. По-моему, Хан стоял вообще. Не, Шаман. Руэн какой-то стоял в каше. Рамзес, да, в каше стоял. Рамзес. И вот он умер там, часа в центре луже стоял. Он умер. Угу. Я ж написал сразу же, путем был чувак, блядь. Выкинул его. Нет, что-то, блядь, тупит сегодня. Так, что надо. Сразу. Лагает,
Да нет, просто бывает раз в час выкидают. Что-то заходите кем-то или уже нет? Этот час настал. Вот ты, бля, 6.4 шипа, пиздец, ты гонишь? А я по телефону разговаривал на втором треке. Ой, до второй фазы, блядь. Я релок. Ладно, включите, если что. Сейчас я захожу. Ну, он при сам бахнет. Что-то не хватает интеллекта. Хуёво, наверное. Инту. Неужели прибыли наконец хвалёные силы света? Мне бросить ледяную скорость и сдаться. Чё за баг? Хочу у Алтея посмотреть спек. И, короче, меняется. То спек шамана, то пауэр. Курсор у тебя падает, например, на любого чувака, там, кто он есть. Вардека, шамана, и спек их не показывается. В смысле, как это отменить? А хуй его знает. Еще раз осмотри, только мышку никуда не води. Да-да-да. Интеллект у вас повышен, блядь. Эти камень тоже рук. На край 71, 70.
Заберите, заберите. Я эту я Хазараку кинул. Сферы, сферы. Ты ШП. Протопал в трусах. Или в ромбике. Сколько? Кружок, кружок, кружок. Почему, сука, нету этого хуйни? Варовск. Не, валькиры 5 секунд. После третьей вальки будет ложен. Третья валька. Да-да-да. А я один жив остался. Твар, зачем бежать спиной, когда у тебя осквернение на голове? Майкл Джексон слушает. Больше вречать. Выше. Чего? Это когда умирали уже. Именно пятый нужен? Ты зафилиться хочешь? Первые три пика написано же. Да, там он там есть. Да, да, вот я скинул правильно. Ну, если что, вар так не выносится... Оскренение.
Я отбежал от рейда, и он просто под меня вынес, блядь. Я навешивал это палец на валике, хуя смотрю, потом на оскорбление уже. Ну да, это, конечно, люди стояли, но так оскорбление выносить нельзя. Даже если бы люди выбежали, мы бы не разбили валик все равно, потому что оскорбление было на их пути. Так он под валик понес, блядь, надо было вообще в другую сторону тащить. Ну, понятно, я это имею в виду. Есть по валькам, бро. Эль-эль. Да, Моровинд у него 800 показывает. У Моровинда 1,5 миллиона. Лям 800 у него по вордулака. Да ладно. Вау. Я думал, это повалит прям. Жестко, жестко. А, ну тогда ладно. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Блять, по-моему, не сажусь, пиздец. Я да еще с ретриком сажусь, блядь. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей бесконечной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых. Служитель смерти пропустил рождение моего мира. Там захитился, алё. Ёлки, вытекли. Промазал. Нет. Левее, встаньте, милики, вот не как сейчас. Процент. Где процент, идите на край. Нет. Ходи.
Хазараку залейте. Заливаю Клайман. А гимномана был? Ну блядь. Мне не понравилось это. Не бейте Роны, кружок не просто. Лужа, лужа. Замедления не было, подумать мой. Сука, вары, блядь, где эта хуйня ваша? Сквернение. Все равно тебе води. Я в ромбике. Просыпал. Мобильный бьем, короче, стоит вдвоем серы.
Ну там рогу надо резнуть. Если у меня есть да. Сфера. Рогу, по идее, нельзя будет резнуть уже. Ну попробуйте, но... А может не давать два звездопада сразу? У меня есть. Ну, у меня есть иннер, кому надо. Ух, зрак-то там есть. Ясно. Кто тупой? Он же там вызвал духа. Все бегите, убегайте просто от них. Они прям в центре духи. А скорее на 4 секунды. Я ставил на самом краю, по ходу боя кастовал и остался поэтому на центре. Меня выкинуло сбоку, я побежал, он начал кастовать вот эту хуйню и остался поэтому на центре. Да, да. Нихуя у тебя звездопад сносит их. У меня камера багнулась, блядь. Все нормально. Дал.
Верса полторы. Я слышал, гимн накопился. За звездой. А вы с этого бежали. А. А, у меня баблка Д. Я бы запрошивал. Там чуть кто-то. Есть дэмэдж в лича, именно в лича. Что движет вами? Праведность. Второй в лича нормально. Ты отлично их обучил, Фордри. Ты привел сюда лучших воинов, которых... Не, у него чего не нужно. Не, личным паладином не был. Я прям когда с портала вышел, просто на долю секунды две залагал, и поэтому не успел бежать. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать... Примите, Евгений. А валькиру есть дамаг? Да. И ты станешь первой жертвой. Ебать, он мне 755к уебал. А Морвин хулимором нафармил, блядь. Валькиры летают сверху над личом, а хулиморов добавлял все мне. Дай мне силу. Так я знаю. Ну, меня один раз вальку схватило, конечно. Невозможно. Не дай бог, сука, арбалет упрят, Войт, ты больше виноват, нахуй. Два штуки. Тартас, твоя ненависть не заберет больше. Блять, не дай бог, арбалет не упадет, сука, ты больше виноват. 67 пр. Сейчас это упадет, кому-то не нужно. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! И вот я знаю, как лев
Да, что-то микрофон что-то залагал. У меня почти 6.1 в ретрике и прото 6К. Коля. Николай. Секунду, у меня ошибка вылезла. Опять защита. Пиздец, ни одного токена на друида за весь бой. Я вообще в ахуе, сука. Одни воины, бля. Повезло тебе, Войт, нахуй. Сейчас что, РС-очка? Почему? Нет, чё? Я на танк. БДК. Это за тузы. Сколько на? 1800, да? Нихуя себе. Да заебался ты защитников, сука. Шам там, блядь. Резифилокс, ты меньше по ПРу. Ставьте портал. А ты это скажи Капару. А мне не надо. Я так просто кинул. Потом, Войт, отдашь мне на шамана. Класс, конь. Пока никто вот, не писал, сразу РС-ку соберешь. Ну-ка, сколько ПР-чик у меня? Опа, 72. Сейчас варом ворвусь нахуй, за шею. А чё не пишешь?